Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Сегодняшний выпуск мне поможет провести пес Макс. Вместе с ним мы дадим вам пошаговую инструкцию, как постричь когти собаки в домашних условиях. Ну что, начнем? Стрижка когтей – важный элемент ухода за любым лающим другом. Длинные, отросшие когти могут обламываться, кровоточить, мешать собаке нормально двигаться или даже врасти в лапы и причинить животному тем самым огромную боль. Если у вас нет возможности отвести питомца на эту уходовую процедуру к специалисту, стоит провести ее дома самостоятельно. Как это сделать? Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию. Прежде всего, необходимо подготовить специальный когтерез для стрижки когтей у собак. Приобрести его можно в зоомагазине. Подбирать когтерез стоит, исходя из размеров питомца и толщины его когтей. Когтерез – инструмент, который понадобится вам не один раз, поэтому экономить на нем не стоит. Также в зоомагазине можно приобрести специальную пилку для когтей собаки. Для стрижки когтей необходимо подобрать удачное время. Собака должна быть в спокойном и расслабленном состоянии. Чтобы стрижка когтей прошла успешно, начните постепенно подготавливать питомца к ней. Погладьте собаку, поговорите с ней, помассируйте ее лапы. Лающий друг должен привыкнуть к вашим прикосновениям. Во время массажа лап смотрите их на предмет травм и новообразований. Зафиксируйте собаку в определенном положении, постарайтесь уложить ее на бок. Это наиболее удобное положение для стрижки когтей лающего друга. Если ваша собака больших размеров и вам сложно ее зафиксировать в одиночку, позовите кого-нибудь на помощь. Определите место среза когтей. При стрижке вы должны не повредить живую часть когтя. Если у собаки светлые когтевые пластины, то участок представляет собой розоватую полоску у центра когтя. Если у собаки темные когти, то живую часть когтя будет очень сложно рассмотреть. В таком случае осторожно обрезайте когти по чуть-чуть, чтобы не травмировать их. Хорошо, если перед стрижкой ветеринар или грумер покажет вам, как именно следует подстригать когти вашему питомцу. Срезать когти собаки необходимо под углом в 45 градусов, по чуть-чуть, примерно по 2-3 мм, чтобы не задеть кровеносные сосуды. Во время процедуры старайтесь не прикасаться к области между когтями. Это может вызвать щекотку у животного, и питомец, скорее всего, захочет вырваться. Также не стоит сильно сжимать лапу собаки. Питомец должен понимать, что вы не хотите ему навредить. Ваши движения должны быть уверенными, но бережными. Если вы нечаянно повредили живую часть когтя во время стрижки, и у собаки началось кровотечение, обработайте образовавшуюся рану специальной кровоостанавливающей пудрой. Также после стрижки можно аккуратно обработать когти питомца специальной пилочкой. Во время стрижки обязательно хвалите собаку, давайте ей лакомство, а после наградите ее каким-нибудь небольшим подарком или отлично проведенным временем. Помните о том, что такие уходовые процедуры часто приносят немало стресса питомцу. Заботьтесь не только о его физическом, но и психологическом самочувствии. Если вдруг собаке после такой процедуры стало плохо, например, она стала хромать или у нее появилась вялость, незамедлительно покажите животное врачу. Ну что ж, когти Макса подстрижены. Если вы тоже хотите подстричь своей собаке когти в домашних условиях, следуйте нашей инструкции и будьте предельно аккуратны. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!